В Самарской области подвели итоги реализации нацпроектов за 9 месяцев этого года. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году в регионе будет введено порядка 1,5 миллионов квадратных метров жилья. Больше всего многоквартирных домов построено в Самаре, Тольятти и Волжском районе. По программе формирования комфортной городской среды в этом году уже благоустроено более 300 дворовых и свыше 150 общественных территорий. В рамках нацпроекта образования открыт Центр одаренных детей «Вега», мобильный технопарк «Кванториум», Центр технического творчества «IT-Куб». Особая нагрузка лежит сегодня на отрасли здравоохранения. Однако большинство показателей нацпроекта удается исполнять.